Здравствуйте! В эфире «Православная энциклопедия». Весной 1883 года в Москве на Красной площади состоялось торжественное открытие Императорского российского исторического музея. Он должен был служить наглядной историей, где собирались бы все памятники знаменательных событий русского государства. Сегодня это крупнейший исторический музей России. Но далеко не все знают, что это еще и крупнейший научный центр. Сегодня наш гость – директор Государственного исторического музея Алексей Константинович Левыкин. 128 лет назад, в дни коронации императора Александра III, в Москве открылся исторический музей. За эти годы его собрание выросло в сотни раз. В его фондах хранится около 5 миллионов предметов. Начало знаменитому теперь на весь мир Государственному историческому музею положила проходившая в Москве летом 1872 года Всероссийская политехническая выставка, а точнее ее отдел, посвященный Крымской войне. Именно его организаторы обратились к цесаревичу Александру, будущему Александру III, с просьбой создать в России национальный исторический музей. «Это должен быть музей», – писали они наследнику престола, – «куда явился бы историк за справкой, куда могли бы привести детей, чтобы навеки запечатлеть в их памяти историческое событие и историческую обстановку, куда мог бы прийти и необразованный человек, чтобы узнать, что не со вчерашнего дня началась разумная жизнь в нашей стране». Наследник престола переговорил с государем, и вскоре высочайшее разрешение было получено. Материалы исторического отдела политехнической выставки 1972 года стали первыми экспонатами будущего музея. А Московская городская дума пожертвовала ему участок земли, выкупленный городскими властями для постройки здания думы. 1 марта 1881 года Александр II, благословивший создание музея, погиб от бомбы народовольцев. В одном из залов и сегодня хранятся его сабля, подушка, на которой он скончался, и крестик, выточенный из осколка стекла взорванной кареты. На престол зашел Александр III. Он и императрица Мария Федоровна стали первыми посетителями исторического музея, открытие которого состоялось во время коронационных торжеств. В оформлении музейных залов принимали участие Айвазовский, Васнецов и другие знаменитые художники. Археологические находки, книжные собрания, коллекции икон, картин, бытовых предметов – словом, всего того, что могло проиллюстрировать историю России с древних времен до века нынешнего, жертвовали музеи государственные и общественные организации, академии и монастыри, архивы и библиотеки, меценаты и коллекционеры. С историческим музеем связаны имена выдающихся российских историков Сергея Михайловича Соловьева и Василия Осиповича Ключевского, Дмитрия Ивановича Иловайского и Ивана Егоровича Забелина, руководившего этим крупнейшим научным центром 30 лет, вскоре после открытия и до самой смерти. Любимому музею оставил он жалование за все годы службы и собранные на протяжении жизни уникальные коллекции. Сегодня наш гость – директор Государственного исторического музея, кандидат исторических наук Алексей Константинович Левыкин. Здравствуйте, Алексей Константинович. В историческом музее хранится огромное количество уникальных экспонатов, и среди них есть особенно ценные, те, о которых, может быть, мы и не знаем. Вот, может быть, вы что-нибудь можете об этом рассказать? Знаете, вы ставите передо мной весьма сложную задачу. Очень сложно выбрать тот экспонат, который является самым уникальным или самым редким. Ну, а на ваш взгляд, например? Ну, я бы, например, обратил внимание на то, что, может быть, что мне ближе по, так сказать, моей специализации в моей музейной деятельности. Например, в собрании исторического музея на экспозиции представлена сабля самого Наполеона. Причем она была вручена ему еще в бытность первым консулом после египетского похода, неудачного египетского похода Наполеона. И на протяжении всей его деятельности с этого момента она сохранялась при нем.
В дни его отречения, когда специальный эскорт союзников, в том числе, куда входили и русские офицеры, сопровождал его на остров Эльба, он передал ее Петру Андреевичу Шувалову, который отвечал за сопровождение Наполеона от русской стороны, в знак благодарности за спасение от разъяренной толпы. Долгое время эта сабля хранилась у его потомков. Они знали, более того, в 1912 году она даже была представлена на знаменитой выставке, посвященной войне 1812 года. А в годы гражданской войны она исчезла. Имение было разграблено, сабля исчезла, но не пропала и не была уничтожена, потому что она прошла по дорогам этой страшной войны. И в 1928 году она была передана в исторический музей. Вот. Замечательная история. И таких историй среди экспонатов исторического музея достаточно много. А вот о каких открытиях научных, сделанных вашими сотрудниками, можно говорить? Вы знаете, я вообще благодарен за вот эту характеристику музея как научного центра, потому что в последнее время все больше стали говорить о неких услугах, которые музеи только представляют посетителям. Но на самом деле исторический музей был создан как крупнейший научный центр. И сейчас мы остаемся научным центром, потому что наши сотрудники продолжают вести огромную научную работу. Посетители многочисленных выставок, проходящих в историческом музее, часто не задумываются о том, что за каждым экспонатом, за каждой подписью к нему стоит серьезная научная работа, иногда многолетняя. И какая радость бывает для ученого, когда она вознаграждается открытием. Таковым стало это полотно, обнаруженное в фондах среди нескольких миллионов предметов. В инвентарных книгах оно числилось как проскинитарий, то есть путеводитель. Но никто не ожидал, что это живописный путеводитель, да еще датируемый 1817 годом, то есть более ранний, чем известный до сих пор, хранящийся в Эрмитаже. На этой картине была запечатлена вся топография Святой Земли, помещены, так сказать, библейские и евангельские персонажи, и изображение двунадесятых праздников. И поэтому, конечно, паломник, который, ну, в старые-то времена, может, единожды только попадал в Святую Землю, это было для него, так сказать, величайшим подарком судьбы, то, конечно, потом он, так сказать, мог рассматривать эту картину, вспоминать и душой, так сказать, прикасаться к этим священным местам. О любви русских паломников к таким картинам вспоминает архимандрит Антонин Капустин. Выдающийся историк, археолог и лингвист, почти 30 лет, начиная с 1865 года, возглавлявший русскую духовную миссию на Святой Земле. Здесь он приобретал для Русской Православной Церкви большое количество земельных участков и недвижимости, строил храмы и монастыри, паломнические приюты и школы для местного арабского населения. Одной из первых его покупок был знаменитый Маврийский дуб в Хевроне, место явления Аврааму Святой Троицы. Он же купил участок на Елеонской горе, построил Вознесенский храм с 60-метровой колокольней, получивший название «Русская свеча». Здесь по завещанию и похоронен. Производством таких сувениров живописных занимались иконописцы, мелькитские мастера, то есть это арабы-христиане. В воспоминаниях архимандрита Антонина Капустина отмечается приверженность русских паломников к этим картинам. Паломники их любили, и они были очень удобны для переноски, сворачивались в рулон, для них изготовляли специальные жестяные футляры, и когда караван наших паломников выдвигался уже после посещения Святой Земли из Иерусалима в Яффу на пароход, то, как тоже опять ссылаюсь на архимандрита Антонина Капустина, вначале следовали верблюды, угруженные имуществом, а через два дня выходил вот караван. Наши паломники ехали на ослах, и по бокам были приторочены вот эти футляры, которые торчали как фузеи. Кто из них привез именно эту картину в 1817 году? Исторический музей приобрел ее на торгу в 1900 году за 6 рублей. И с тех пор она ждала своего часа, чтобы предстать перед посетителями выставки «Тысяча лет паломничества».
историческом музее хранятся очень много предметов, связанные с богослужебным, с богослужебной историей русской церкви, с вообще историей церкви и государства. Эти предметы когда-то были принадлежностью церкви, теперь они выставлены в вашем музее. Скажите, вот эти предметы, которые входят в коллекции, они каким-то образом будут возвращаться в церковь или останутся в фондах музея? Вы знаете, дело в том, что ведь музей не распоряжается вот этим огромным собранием, которое у него находится. Перед ним поставлена цель его хранить. И, наверное, вопрос, связанный с тем, что будет или не будет передаваться тот или иной предмет, который хранится в музее, это вопрос, наверное, в большей степени к государству, к обществу. Потому что так или иначе, это государственный музейный фонд, который признан неразрывным и неделимым. Кроме того, я бы, наверное, обратил внимание, что ведь это достаточно сложный комплекс. И многие предметы, богослужебные предметы, которые хранятся в музеях, они хранятся не только у нас, они хранятся и в Третьяковке, и в музеях Кремля, они поступали различными путями. Сейчас создается такой некий образ о том, что все богослужебные предметы, которые есть в музеях, они попали туда после 1917 года. На самом деле это не так. Потому что уже в 80-е и в 90-е годы из многих монастырей, многими деятелями русской церкви в исторический музей передавались очень многие памятники, в том числе богослужебного характера, рукописи, книги, древние документы, иконы. Так что это очень сложный вопрос, и иногда его надо решать очень внимательно, чтобы не навредить. Ведь мы с вами фактически сохраняем традицию, мы с вами сохраняем нашу национальную историю, поэтому, чтобы ставиться во главу угла, да, существуют различные позиции. Мы участвуем в спорах по этим позициям, мы можем соглашаться или не соглашаться, мы можем даже очень серьезно спорить по некоторым аспектам. Но это не прекращает понятие сотрудничества, это не прекращает понятие совместной деятельности. Тем более, что многие цели и задачи, которые стоят перед музеем, насколько я знаю, они близки Русской Православной Церкви, без поддерживаются. Без всякого сомнения. А многое то, что делает церковь, близко музею. И церковь – хранительница нашей культуры, и музеи – хранители нашей культуры. Да, здесь конечно. Мы, конечно, Алексей Константинович. А были ли такие вот открытия, которые в корне переворачивали бы представление о предмете, о котором было что-то уже известно? Бывают различные случаи. Бывает в том, что исследовательская работа, и специальная работа, посвященная тому или иному памятнику, инсценированная научным сотрудником, она приводит к подтверждению его предположений. Эта икона, в числе других подобных же, оказалась в музее в конце XIX века, и мы знаем даже откуда и как. В дневнике основателя нашего музея, его первого директора Ивана Егоровича Забелина, записана целая история о том, как пришел к нему протопоп Кремлевского Архангельского собора и слезно молил директора музея забрать у него несколько иконных изображений русских царей, потому что в Архангельском соборе возможности хранить их нет, они погибнут, а музей только что в этот момент был построен, открыт, и все тут было в порядке. Никто из русских государей не был причислен к лику святых Русской Православной Церкви, но почитались там особо как святые, только в этом месте. Те, кто попадает сейчас в Архангельский собор, наверное, помнят, что стоят такие большие гробницы в его интерьере, все с интересом читают, кто там, а в эти гробницы похоронены все московские великие князья Рюриковичи, Иван Калита, его сыновья, его внуки, включая Дмитрия Ивановича Донского, и также первые Романовы. Собор еще был украшен росписями, на которых изображено больше 100 персонажей русской истории. Судя по всему, иконные портреты должны были дополнять этот изобразительный ряд первых людей российского государства и Великого княжества Московского, естественно. Маленькие портретные изображения стояли на гробах. Большие висели, судя по всему, на столпах, подпирающих своды Архангельского собора, ибо ширина этих икон практически совпадает с шириной столба. Вот, собственно говоря, таково было их назначение. Речь шла о портрете царя Федора Иоанновича, близкого к иконописным образцам, так называемой «парсуне», что означает «персона». И еще о трех огромных, более 2 метров высотой, почти столько же в ширину изображениях, царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, а также икона великого князя Василия III, изображенного рядом со святителем Василием Великим.
Но уже тогда все три больших изображения требовали серьезной реставрации. Отреставрировали одно, а про два других считали, что на них вообще не сохранилось красочного слоя, и сделать с ними ничего уже нельзя. То есть, проще говоря, эта икона была огромной деревянной, так сказать, дверью такой темной, под которой, под темным слоем олифа еле-еле угадывался рельеф. Но мне всегда казалось, что вещь такого размера хоть что-нибудь должна все-таки сохранить. Когда расчищен был Василий III, все, конечно, поразились удивительному, такому характеристическому, если угодно, изображению его. Посмотрите, какое лицо с ястребиным носом, острыми глазами. Вообще какое-то совершенно не иконное портретное изображение. Мы занимались тогда подбором вещей для новой экспозиции исторического музея. И если говорить о памятниках эпохи, в которую жил великий князь московский Василий III, то у нас не так много вещей крупных, ярких, изобразительно впечатляющих, которые можно было бы показать. Будущая экспозиция исторического музея, конечно же, нуждалась в памятниках крупных, ярких, впечатляющих. А что может быть лучше портрета человека, оставившего заметный след в истории страны, да еще в рост? Поэтому мотив был такой, если угодно, несколько практический. Но в итоге экспозицию можно и разобрать, можно и поменять, а вещь останется. До того, как вы были назначены директором исторического музея, вы работали в музеях Кремля. Отличается специфика работы в Кремле и в историческом музее? Конечно, отличается. Чем? Те задачи, которые ставятся перед экспозицией исторического музея, перед его выставками, они несколько иные, чем в музеях Московского Кремля. Хотя, честно говоря, я историк. И я, так сказать, пытался всегда, когда работал в музеях Московского Кремля, обращать внимание не только на художественное достоинство памятника, которое происходит, но и на их историческую значимость. Но все-таки опыт вам пригодился, кремлевский. Я надеюсь. Ну, ваш отец был долгое время директором исторического музея. Да. Вот он какое-то вот что-то передал вам как свой опыт или как свое ощущение музея, как свое переживание этого музея? Родители всегда передают опыт своим детям, и, несомненно, и мой отец, наверное, передавал мне частички своего опыта. Я видел, как он работал, я видел, сколько труда это стоит ему. Вот. Мы до сих пор беседуем, разговариваем на эту тему, так что, естественно. Естественно, тем более он автор целого ряда работ, в том числе и книг, посвященных самому историческому музею. То есть у вас настоящая династия получилась? Ну, короткая династия в музейном деле, но можно так сказать. Когда я был 5-летним мальчиком, меня родители первый раз привели в исторический музей. Вот это вот впечатление от посещения вот этого дворца истории, вот с самых ранних лет так глубоко-глубоко мне запечатлелось. Я как будто в сказку попал. Вот, я вот с самого раннего детства помню почти каждый зал. Потом исторический музей был долгое время на ремонте, на реконструкции. Вот потом я снова в него попал. И вот все совершенно ожило во мне удивительным образом. Потрясающе все ожило. А вот когда вы впервые попали в исторический музей? Так же, как и вы, я попал туда ребенком, школьником. Вот. И, наверное, у меня были такие же совершенно ощущения от этого прекрасного музея. Вот эти потрясающие картины, которые находятся на первом этаже. Да, это да. Потрясающая архитектура здания, залы, памятники, которые там представлены. Действительно, ощущения практически те же самые. Ну, а есть ли у вас какая-то такая вот историческая загадка научная, которую бы вы хотели открыть? Я очень много бы дал вообще для того, чтобы, так сказать, открыть и воссоздать всю вот эту вот картину, которая происходила на Куликовом поле. Вот ту не легендарную картину, не картину, которую мы иногда восстанавливаем по более поздним источникам, а то, что действительно в реальности происходило и было вот в эти тяжелые дни 1380 года. Спасибо большое, пожалуйста, Алексей Константинович, за то, что вы нашли время и пришли к нам на такую интересную беседу. Спасибо большое. Археологические раскопки – вещь вообще трудоемкая. А если они ведутся на огромной площади, да еще в поисках вещественных доказательств битвы, состоявшейся в 1380 году, то дело это может показаться абсолютно безнадежным. В XIX веке на месте сражения дворяне местные, помещики,
крестьянам предлагали собирать вещи и за это платили деньги. Сами понимаете, что для бедного русского крестьянина получить за ржавые железки, которые он выпахивал со своей сахой, да, или плугом, это был большой достаток. И поэтому очень тщательно собирались вещи. Граф Нечаев, другие помещики имели у себя дома, то есть в своих усадьбах, музеи из вещей, собранных на месте сражения. Куда делись эти коллекции, неизвестно. Может быть, сгорели вместе с помещичьими усадьбами в 18-м. А может, лежат в каком-нибудь музее до сих пор, как неопознанные. Поэтому то, что сегодня находят археологи на Куликовом поле, поистине бесценно. Мы сталкиваемся с крошками, которые остались от сражения. Это что слетело, то, что при ударе раскололось, то, что не привлекло внимания потом уже ни воина, который ходил, тщательно собирал вещи после сражения, ни крестьянина в 19 веке, как вы понимаете. То есть он просто не обратил на это внимания. Но я, как специалист или тот, кто с нами работает, специалист по оружию, он знает, что это фрагмент, деталь шестопера, это фрагмент булавки от одежды, это черная маленькая пластина, но это, понимаете, это доспех пластинчатый, фрагмент пластинки, которая отлетела. Как она отлетела? Нанесли по нему удар, она отлетела в сторону. Никому она не представляла интерес. Но я точно знаю, что это панцирная пластина, а панцирные пластины – это деталь доспеха. С самого начала археологи поставили перед собой задачу определить точное место Куликовской битвы. Помогали металлодетекторы, но они же и усложняли поиски, реагируя на любой кусочек железа. Образно говоря, предстояло найти не просто иголку в стоге сена, а иголку, сделанную более 600 лет назад. Да еще доказать, что попала она сюда не случайно. Это вот как вот у следователя на месте преступления. Да, вот он приходит, вот улики должны лежать на месте. Когда у нас локально лежат панцирная пластина, обрывок кольчуги, наконечник стрелы, фрагмент метательного копья, несколько обрывков кольчуг, как вы понимаете, в чистом поле, никак не связанном с памятником археологии, это все не случайно. И главное, что они по своему внешнему виду подходят под эпоху сражения. Ученые пришли к выводу, что такие скопления вещей, а таких находок не одна, а сотни, указывают на места, где вступали в ожесточенные схватки воины Дмитрия Донского и Мамая, тем самым с достаточной долей точности очерчивая границы территории, на которой проходила Великая битва, ставшая началом духовного собирания русского народа. Действительно, мы подошли к глубокому пониманию о военном деле того времени и о тех подлинных напряжениях сил, которые легли в тот период на Московское княжество и, ну, и союзников Дмитрия Ивановича. То есть мы не просто мечтаем об этом. Вопрос стоит о том, что дело осталось за написанием книги, и она пишется. Наша программа подошла к концу. Благодарю всех, кто был с нами сегодня. В следующую субботу мы встретимся снова. А сейчас я прощаюсь с вами и желаю всего доброго. Храни вас Господь.